Ну, точно, какие-то магазинчики, чтобы вкусно покушать, хорошо отдохнуть. Время 3:30, если часы идут. О, а здесь что-то за деньги, что ли, я не пойму. Там что-то какой-то турникет впереди. Тикет. А здесь что-то за денежку, Свет, да, если хочешь дальше посмотреть? Да, орхидея. Ну, сейчас сходим. Мы зашли в сад орхидей. Вот тут планчик есть. Билетик стоит сюда $5 сингапурских. Вот он. Тут нас две цапельки встречают. И вот общий видочек, пожалуйста. А это у нас вход. Какая красотища. Даже красивее, где бесплатно было. Так, это у нас выход. О, встали. Как они? Интересно, присели. Ты хочешь здесь, Свет, сфоткаться, да? Да, я хочу видеть. Так, чуть-чуть. Ну, какая красотища вот тут. Зеленые орхидеи никогда не видела. О. Зеленые, не зеленые, да, пупсик? Да, зеленые орхидеи никогда не видела. Хочешь фоткаться, да, Свет, козы них или нет? Фонтанчик. Где-то гром гремит. Надеюсь, мы не успеем попасть под дождь, если он вдруг сюда забредет. О, мужики что-то лазят там, пилят. Стригуйте, наверное, что-то. О, гады напакостили, сколько веток перепортили. Красота лепота кругом. Там одно удовольствие прогуляться по такому ботаническому саду. Там народ что-то столпился, наверное, что-то интересненькое есть. Или просто очередь. Что такая толпа огромная туда? Или это группа экскурсионная? Или просто народ столпился, непонятно. Вот тут написано даже, что там будет. А, вот там, кстати, есть, видите, вот. Что нас ждете? Что ж так народу много здесь, а? Снимать некомфортно. Сколько тут ботаников собралось. Красиво, красиво. Mm-hmm.
Kuralı görüyorsun değil mi? Evet. Sen de olsun yanaşı. Çok iyi. Надеюсь, кто любит всякие такие цветочки, особенно ботаники, я думаю, мое видео понравится. Прикольный человечек. И вот еще человечек. Прогуливаемся дальше по нашему ботаническому садику. Там еще мостик есть. Ну, тут что-то есть. Какие-то штучки тут наверху есть, видите? Какие-то цветочки интересные висят. Теперь мы идем по мостику. Что же тут интересного? Мы, наверное, куда-то придем, я так думаю. Ну, там что-то посажено. Как здесь прохладненько. Что-то написано. Thank you.
да, сколько тебе? Как сколько им там? Там люди 8. Да. Смотрите, какие лопухи огромные. Видите, вот если сетку взять, то этот лопух, я не знаю, несколько метров. Огромный, огромный. Вообще, целое лопушище. Там еще что-то внизу есть. Болот какой-то там еще есть. Какая лестница высокая. Там мы были, видишь, мы сюда заходили. Мы заходили сюда, да? Там не были. Там не были, ну пошли туда тогда. Если там не было, значит мы туда пойдем, а... Кто-то поете там. Какая травка растет. Здесь хоть туристов мало, никого нет, кроме нас, как хорошо. Что вот это за трава, не знаешь, свет растет? Вот это вот с цветами. Верху серьезно. Может быть, поднимемся в домик? Не знаю. Надо обратно. Какое дерево, смотрите. Интересное. Угу, а вот и я в зеркале. Продолжаем нашу прогулочку по парку. Гром гремит. Смотрите, какое небо, пипец. Видите? Синее, темное. Я думаю, скоро долбанет дождик. А это хреново. Как красиво вокруг. Даже прохладненько чуть-чуть. Наверное, дождь все-таки или нанет. Будет хороший ливень, я так думаю. Даже когда мы в парк зверей ходили, там тоже видосов много, посмотрите на моем канале. Там такой ливень пошел, мы там в кафешке время провели, там покушали, мороженое поели. О, про эти стульчики я говорил или нет, хотел сняться. Свет! Нам вообще круто повезло, мы вот прямо буквально уже заскакивали сюда и ливанул сильный дождь, даже чуть-чуть застал, когда я забегал. Но мы успели посмотреть весь парк за 5 долларов человек, сингапурских долларов стоит сюда. Так что нам повезло. Мы зашли в ресторанчик или кафешка вот в этом парке. Сейчас дождик переждем, там такой левак идет, вообще пипец. Хорошо, мы с собой брали эти накидочки. Смотрите, вот тут цены есть, надеюсь.
смотреть, что почем. Обстановочка вокруг, видите? Что тут есть вкусненькое, сейчас не знаю, будем разбираться. Нашла сингапурский коктейль. Нашла, да, Светка? Светка говорит, сингапурский коктейль нашла. Сингапурский коктейль, который рекомендовали, да? Ну, сейчас закажем, попробуем, что это за сингапурский коктейль. О, как я устал ходить, блин, целый день ходим. На этой лодке амфибии покатались, потом сюда приехали в парк. Все обошли. Что будет дальше, пока еще не знаю. Посмотрим, как погода будет. Пока будем кушать. Нам ням-ням принесли, смотрите. Это еще не все. Нам сейчас еще принесут коктейльчик. Мы там сингапурский заказали хороший. Да, пушистик? Вот, смотрите, бутылочку нам принесли, видите? Вот такая добрая девушка нас обслуживает. О. Только не написано, что здесь. Ну, какой сингапурский коктейль. Непонятно. Не коктейль, вода. А, это вода просто, да? Какая, как вода, как-то странно, бутылка какой-то. Как будто это вино какое-то, да, Свет? А вот коктейльчик нам сингапурский принесли, видите? Какой красивенький. Пеночка, это вот это вот, то, что я показываю, вот это вот. Ну и ням-нямки. Это водичка. Вкусно или невкусно, я пока не знаю, но на вид все очень аппетитно и вкусно. Пожелайте нам приятного аппетита, потом мы расскажем, насколько что было вкусненько. А вот и мы хорошо покушали, видите, дождь идет, нам еще плащ на халяву в подарок дали. Вот. Видите, он все зонтиками бегают. Мы сидели там полчаса, кушали, короче, задолбались ждать. Сколько он будет идти, непонятно. Это сейчас еще он слабо идет. А так вообще левак такой был. Вот. Ну, поели мы, конечно, вообще пипец. Не думали, что так дорого будет. Поели мы на 150 сингапурских долларов. Да, Светка? Ну, вкусно было. Но очень, дорого. Очень вкусно, но очень дорого. 150, это, конечно, круто. Блин, офигеть. Пупсика. Но зато нам вообще все понравилось, все вкусно. И коктейль, и салат. В общем, обожрались. Фу, я думал, что мы столько не сидим много. Оказалось, что все съели, и я даже еще за ней доел. Да, Свет? Настолько все вкусно вообще. Блин, ну за такую цену, конечно, я не знаю. Ну ладно. Теперь это, до утра есть не будем, да? Вот. Ну и кому, короче, понравился мой обзорчик по ресторанчику, ставим лайк, пишем комментарии и подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Сейчас мы, наверное, едем домой. Если будет хорошая погода, то, может, еще куда-нибудь сгоняем вечерочком. А если будет хреновая погода, дождь будет идти, то вот тогда дома будем валяться. Вот, так что все по факту по погоде будем решать. Так что всем до встречи в новом месте.